2019 год дал старт справоздачно-выборчай кампании у организационных структурах Федерации профсоюзов Беларуси. У центра уваги реализация новой кадровой концепции, принятой Советом Федерации у липени минулого года. Об этом не только и шла размова сегодня на пятом пленуме Гомельского областного объединения профсоюзов. Зараз до подписания рыхтуется областное погоднение помеж выконавшей уладой, профсоюзами и наймальниками на 2019-2021 годы. Документ основотворный для трех боков. По сутности, он вызначает взаимодействие социальных партнеров на всех узровнях. Тому профсоюзы настаивают на умове, как для наймальников документ носил не рекомендационный характер, а обязательный до выполнения. Так будет обеспечена действенная оборона интересов работников. В 2018 году этим занимались правовые инспекторы. Нередко справы трапляли у суд. 14 человек было установлено на рабочих местах своих с нашим участием в судах. Более 256 тысяч возвращено незаконно удержанных средств. Вот. И во всех делах, рассматриваемых в судах, более 85% были решены в пользу работников. Результаты неплохие, но в то же время я считаю, что недостаточные. Надо работать над этим направлением очень плотно и в этом году. На пленуме огучены и пропановы на будучыню, до прикладу, об необходимости включать у коллективный договор нормы о протягу контракта с добросумленными работниками на максимально махчимый термин. А коли на предприемстве сапраўды необходима оптимизация, то процедура скорочения штата повинна проводиться с назначенными выплатами, захованием социальных гарантий сбоку наймальника и с предоставлением вольного дня для пошуку працы або для перенавышания по новой специальности.